Меня зовут Карина Микаэлян. Я студентка первого курса факультета права. Выпускница школы с углубленным изучением отдельных предметов номер 85 города Нижнего Новгорода. Чему же меня научила школа? Наверное, всему тому, что так необходимо любому современному студенту. Школа научила меня мыслить, анализировать, смело подходить к любой самой трудной, на первый взгляд нерешаемой задаче, которую ставит передо мной не только учеба, но и жизнь. Школа также научила любить, мечтать, двигаться вперед и не бояться высказывать свое мнение, что оказалось самым необходимым качеством в профессии юриста. Привет! Я Галина Писарева, студентка первого курса бакалавриата образовательной программы «Экономика», выпускница 151-й школы. Школа. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой в сердце. Школа научила меня ставить перед собой четкие цели и достигать их, несмотря ни на что. Школа научила меня ценить каждую минуту общения с близкими по духу людьми. Школа дала мне достойную теоретическую базу, которая позволила поступить в уважаемый мною вуз и продолжать расти и развиваться здесь. Я научилась преодолевать страх, расставлять приоритеты и получать удовольствие от новых задач. А еще я научилась любить и уважать. Спасибо тебе, школа. Здравствуйте, меня зовут Владислав Галкин. Я окончил лицей номер 36 в 2016 году. В данный момент я являюсь магистрантом первого курса программы «Математика», а также стажером-исследователем Международной лаборатории динамических систем и приложений. Школа научила меня многим вещам, но, пожалуй, самое важное из них – это умение находить возможности заниматься любимым делом на профессиональном уровне. Привет, меня зовут Степанида Красножон, я учусь на образовательной программе «Филология» в Нижегородской вышке, а в 2020 году я закончила МБО школу номер 89 и поступила сюда. Школа научила меня многому. Я поняла, что нужно пробовать новое, даже если до тебя никто не пробовал сделать то же самое. У тебя обязательно получится, потому что всегда найдутся люди, которые тебя поддержат и поймут. С одноклассниками мы научились дружить, любить искренне, даже на расстоянии, даже в условиях карантина. И помните, что кто хочет, тот всегда добьется. И я в это верю. Здравствуйте, меня зовут Кельчихина Валерия. В этом году я заканчиваю Высшую школу экономики. И сейчас понимаю, что стараюсь идти по жизни уверенно именно благодаря урокам своих учителей со школьной скамьи. Дело в том, что они научили меня, как бы странно это ни звучало, не бояться оценок со стороны, не бояться оценок в принципе, а понимать то, что происходит вокруг, и в дальнейшем использовать знания. Они показали, насколько важно быть собой, ставить перед собой глобальные цели и, да, может быть, с какими-то неудачами, но продолжать двигаться к ним, к реализации этих поставленных задач и мечт. Поэтому сегодня я рада, что могу сказать спасибо своим учителям, ведь без них не было бы меня такой и не было бы меня, как Лера Кельчихина, студентки Высшей школы экономики.